Майские прибавки лекарств от коронавируса и спасибо за победу. Александр Студнев поздравил ветерана с днем рождения. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели. Тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков. Мы начинаем. Примеры мая, конец отопительного сезона, регистрация на ЦТ абитуриентам предлагают отправлять заявление по электронной почте. Как это сработает? Как и у всех, есть мечта открыть свое заведение. День кондитера в столице белорусской сладости. Как создаются любимые лакомства? Максим Кемель попробовал дольче-виту на вкус. Вот зараза! Ученые спорят о происхождении COVID-19, откуда на деле взялся коронавирус. Да, есть и природа. Только раз в году Леониду Рубинштейну исполнилось 81. В гости заглянула и Мария Бушкевич. Мясной дефицит, все включено, и тюрьма вместо ударов. Публичные порки в Саудовской Аравии заменят штрафами или тюрьмой. Тонометры, тесты на кислород в крови для пациентов с бессимптомным или легким проявлениями коронавируса разработали памятку. Подробная инструкция для лечения дома размещена на сайте Минздрава. Медработники будут звонить пациенту каждый день. Несколько раз за время больничного его посетят амбулаторно. Тем временем международная фармацевтическая компания «Сандос» безвозмездно передаст Беларуси эффективный для лечения COVID-19 препарат. Речь идет о гидроксихлорохине. Больничный по указу, нефтяные перипетии и день труда без демонстрации. Как прошел онлайн 1 мая? Чем страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. 1 мая в этом году прошло без митингов и шествий. Из-за эпидситуации Федерация профсоюзов отменила все массовые мероприятия. Праздник переместился в виртуальное пространство. В интернете показали онлайн-концерты, организовали фотовыставки, конкурсы и радиомарафоны. Аналогичный формат протестировали еще в 2016-м. Тогда День труда совпал с Пасхой. Последний месяц порадовал белорусов прибавками к пенсиям и пособиям. Эти выплаты напрямую зависят от бюджета прожиточного минимума, который подрос до 246 рублей 78 копеек. С 1 мая пенсионеры также могут купить билет на электричку в два раза дешевле. Надо всего-навсего показать удостоверение кассиру, льгота будет действовать до конца сентября. Изменились лимиты на товары из-за границы, месячные нормы отменили. Однако посылка по-прежнему должна стоить максимум 22 евро и весить не больше 10 килограммов. Белрусбанк пересчитал комиссию по операциям с картой, сигареты прибавили в цене. Некоторые марки подорожали сразу на 15 копеек. В продаже появились новинки. В регионах Беларуси завершают отопительный сезон. Батареи уже остыли в Брестской, Гродненской, Витебской и Могилевской областях. 29 апреля перестали обогревать здания в Бобруйске. В городе установилась теплая погода. Произведено отключение систем теплопотребления административных зданий, жилищного фонда, школьных и дошкольных учреждений, также медицинских учреждений. Эпидситуация внесла коррективы и в график отключения горячей воды. Диагностику и ремонт трубопроводов начнут в среднем на 4 месяца позже. Если ребенок попал в список контактов первого или второго уровня, родителей отпустят на больничный. Мера предусмотрена указом президента. Листок нетрудоспособности выпишут максимум на 14 дней. Размер оплаты 100% от среднего заработка. Ранее взрослым давали справку. Она освобождала от работы, но не оплачивалась, пояснили в Минтруда. Стартовала регистрация на ЦТ. Для профилактики инфекции абитуриентам предлагают отправлять заявление по электронной почте. Бланки на русском и белорусском языках уже доступны на сайте РИКЗа. Там же подробная инструкция. Форму необходимо скачать, заполнить и отправить на уникальный адрес пункта регистрации. В ответ придет счет для оплаты. Для получения пропуска в учебном заведении необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Это паспорт, вид на жительство или же справка в случае утери. Регистрация продлится до 1 июня. В Бобруйске ЦТ проведут в автотранспортном и аграрно-экономическом колледжах. Первое испытание запланировано на 13 июня. Участники проверят знания по белорусскому языку. В Министерстве образования отметили, экзамены в условиях пандемии пройдут как обычно. Сроки же вступительной кампании могут измениться. Беларусь продолжает диверсифицировать поставки нефти. Накануне первую партию черного золота купили у Саудовской Аравии. Танкер на 80 тысяч тонн ждут в порту Клайпеда 11 мая. Затем сырье доставят в Синёкую по железной дороге. Также власти намерены соединить северную и южную ветки нефтепровода «Дружба».
полезные ископаемые из альтернативных источников не могут качать на два завода одновременно. Трубу проложат от Гомеля до Горок. Работы должны закончить в 2023 году. Стейки на паузе, телефонное право и all-inclusive возвращается. Отели Турции опровергли отказ от «все включено». Моя коллега Кристина Ариан держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. С начала распространения коронавируса в США встали заводы по производству электроники. Работу предприятия восстановили только сейчас. Продаваться гаджеты лучше не стали, но флагманы индустрии один за другим анонсируют громкие премьеры. Аналитики гадают на кофейной гуще. Пан или пропал? Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристина Рианс и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Коронавирус терзает планету без малого полгода. В Америке болезнь, кажется, и не собирается сбавлять оборотов. Очередную вспышку зафиксировали на борту эсминца ВМС США. Старый свет вслед за Китаем постепенно приходит в себя. Завтра Испания и Бельгия начнут выходить из режима изоляции. Во Франции меньше госпитализированных. Моя коллега Мария Бушкевич собрала все, что известно к этой минуте. Около 3,5 миллионов зараженных и более 240 тысяч жертв по всему миру. Лидером по числу инфицированных COVID-19 остаются США. Следом идут Испания, Италия и Франция. Замыкает пятерку Германия. Вспышка коронавируса зафиксирована на борту ракетного эсминца «Кит» ВМС США. Сразу 60 случаев. Корабль в срочном порядке вернулся на базу в Сан-Диего. Это уже второе американское судно с зараженными. Ранее страшный диагноз подтвердили почти у тысячи военных авианосца «Теодор Рузвельт». В Пекине открыли для посещений императорский дворец «Запретный город». Очередь посетителей у ворот символа Поднебесной растянулась на сотни метров. Гости держат безопасную дистанцию, билеты можно приобрести в онлайн-кассах, пускают максимум 5000 человек в день. Обычно пик посещения приходится на 10:00-15:00, поэтому будет лучше, если туристы приедут раньше или позже, чтобы избежать толпы. Сразу 6 клинических испытаний вакцины против коронавируса проводят по всему миру. Страны Европы продолжают поэтапно снимать карантин. Меры. Завтра Греция отменит ряд ограничений, берлинский зоопарк и зоологический сад уже открыли, Литва в середине мая возобновит авиасообщение. Во Франции с 11 мая можно передвигаться без пропусков и ограничений. Начнут работать магазины и рынки, распахнут двери школы, небольшие музеи. Если число заболевших в сутки превысит 3500 человек, карантин вернут. Для того, чтобы приступить к отмене карантина, мы будем повсеместно вводить меры защиты, проводить тесты и изолировать. И я говорю французскому народу, если показатели не будут соответствовать ожиданиям, мы не отменим карантин 11 мая. В Испании представили 4-этапный план по возвращению к привычному ритму жизни. Защитные меры ослабят, начиная с середины мая. 3 остальных этапа продлятся до конца лета. Учебные заведения будут закрыты до сентября. Требования не предъявляются правительством Испании. Они одобрены экспертами и наукой. Это очень заразный вирус. И если мы хотим восстановить пространство свободы, мы должны соответствовать критериям. Неравнодушные белорусы всеми способами стараются поддержать медиков. От средств индивидуальной защиты до горячих обедов. 6-я больница Минска получила аппарат ИВЛ экспертного класса. Его передали от организаций, подчиненных оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси. Это уже 5-й аппарат ИВЛ, который мы получаем от представителей бизнес-сообщества. Они все позволяют осуществлять пролонгированную искусственную вентиляцию легких, максимально избегать осложнений, связанных с внутрибольничным инфицированием, максимально комфортным для работы. В Бобруйске марафон добрых дел также не сбавляет оборотов. На помощь медикам пришли депутаты. Народные избранники передали Бобруйской инфекционной больнице сертификат на 7 тысяч рублей. Деньги пойдут на приобретение спецсредств – масок, санитайзеров, защитных костюмов. Спасатели и профсоюз также поддержали врачей, которые стоят на передовой борьбе с COVID-19. Сотрудники МЧС передали медикам коробку со специальными комплектами одежды. Лакомства от профсоюза – бобруйский зефир, конфеты, кофе и печенье. Конечно же, выражаю слова благодарности всем тем неравнодушным гражданам, предприятиям города, организациям, которые также не оставляют нас в этот трудный час и оказывают посильную помощь нашим учреждениям здравоохранения. По прогнозам, пик заболеваемости в Беларуси придется на 20 мая, и только после этого болезнь пойдет на спад. Мария Бушкевич, Андрей Богдан. Итоги недели.
Лекарство от коронавируса. Масштабные клинические испытания препарата ремдесивир подтверждают его эффективность. Эксперимент продолжается больше 2 месяцев. В нем участвуют свыше 1000 пациентов из США, Европы и Азии. Исследователи поделили больных на 2 группы. По предварительным данным, люди, принимающие ремдесивир, выздоравливают в среднем за 11 дней. Показатели смертности 8%. Остальные пьют пустышку, при этом становятся на ноги через 15 дней. Среди них также больше летальных случаев. Если окончательные результаты будут аналогичными, ремдесивир станет первым лекарством от COVID-19. Биологическое оружие или проклятие? Мировые ученые, политики и лидеры мнений сталкиваются лбами в попытке узнать происхождение коронавируса. Нобелевский лауреат из Франции нашел в COVID-19 частички СПИДа. Президент США тоже готов доказать, что это болезнь из пробирки. Его оппоненты заявили, еще 1/4 века назад пандемию совершенно точно предсказала ясновидящая Ванга. Где правда, пытался узнать Владислав Боев. Коронавирус создал человек. К сенсационному выводу пришли исследователи из Индийского технологического института в Нью-Дели. Ученые отыскали в генетическом коде COVID-19 фрагменты ВИЧа. Еще в январе работу опубликовали на сайте BioRxiv. Медики и биологи со всего мира разнесли труды коллег в пух и прах. Сомнительную теорию поддержал лишь французский вирусолог Люк Монтанье. Если вы хотите, чтобы в геноме коронавируса возникла бы последовательность вируса иммунодефицита, нужно обладать соответствующими инструментами на молекулярном уровне. Это не может произойти естественно. По словам нобелевского лауреата, колыбель смертельного вируса – лаборатория в Ухане. Институт расположен в 2 шагах от рынка, где торгуют экзотическими животными. Президент США подливает масло в огонь. Дональд Трамп готов предоставить доказательства, что коронавирус – зараза из пробирки, и обвиняет ВОЗ в некомпетентности. И я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должно быть стыдно, так как она стала пиар-агентством Китая. Ответ из Поднебесной не заставил себя ждать. В МИДе КНДР назвали слова и действия американских политиков аморальными. Терпение китайских властей на исходе. То, что они лгут, приведет к тому, что будет потрачено больше времени на борьбу с болезнью. А это вызовет еще большие потери среди населения. Несмотря на это, Китай не допустил экспертов ВОЗ к расследованию происхождения COVID-19. Ученые сходятся во мнении. РНК-вирусы самые изменчивые и могут с легкостью взаимодействовать друг с другом. Человечеству известно 34 вида коронавирусов. Ни больше, ни меньше. 4 из них – сезонные инфекции. А строить конспирологические теории вокруг пандемии – все равно, что в доме висельника говорить о веревке. Здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезно провести исследователь. Пришелец из космоса. Экзобиолог из университета в Уэльсе на голубом глазу заверил, коронавирус мог принести на Землю метеорит. НЛО взорвался над Китаем в октябре. В Российской академии наук уже проверяют эту теорию. Это очень интересный эксперимент с точки зрения возможности внешнего заноса биогенных веществ, в том числе цепочек нуклеотидов, которые могут явиться основой для синтеза чего-нибудь вирусоподобного. Это нужно исследовать. Личный переводчик Ванги и вовсе заверил, болгарская провидица предсказала пандемию еще 25 лет назад. Люди будут падать на улицах без видимой причины. Кум Ванги Сергей Косторной уверяет, предсказательница знала точное время и место, где вспыхнет эпидемия. Провидица также предупредила, лекарства могут не найти. Она тоже говорила, что придет такое время, когда надо держаться всем вместе, а верховным правителям думать о сбережении нации. Биологическое оружие, проклятие, пришелец из космоса, теории заговора вокруг коронавируса поражают воображение, но никак не помогают бороться с болезнью. Между тем, BBC со ссылкой на свои источники сообщила, иностранные шпионы вовсю интересуются вакциной от COVID-19. Директор Центра контрразведки и безопасности предупредил о рисках кибератак на медучреждения по всему миру. Владислав Боев, итоги недели. Шоу должно продолжаться. Популярный шеф-повар Джон Торо чуть не сгорел в прямом эфире одного из британских телеканалов. Кулинар учил ведущих готовить завтрак и не заметил, как положил полотенце прямо на зажженную плиту. За спиной маэстро тут же вспыхнуло пламя, в студии раздался ор. Повару удалось одолеть пламя, никто не пострадал. Между тем, сегодня кондитеры отмечают профессиональный праздник. Зефир, торты, пирожные, конфеты. Миллионы людей не представляют жизни без лакомств. Мой коллега Максим Кембель окунулся в сладкую жизнь.
Торты, чизкейк, тирамису и еще с десяток оригинальных лакомств. Все десерты должны быть неповторимы. Главный принцип Алины Воробьевой. Кулинар готовит фирменное блюдо – шоколадные маффины. Есть полезные свойства, да. Они можно диетические маффины приготовить, добавить, например, другую муку. Заменитель сахара и маффины уже диетические, хорошо для фигуры. Разбиваем и взбалтываем яйца, насыпаем муку, размешиваем до однородной консистенции. Заливаем готовую смесь в форму и отправляем в духовку. За 15 минут лакомство испеклось и покрылось румяной корочкой. Остается лишь один мастерский штрих. После того, как мы достали их из духовки, мы их охлаждаем, затем поливаем горячим шоколадом и посыпаем шоколадной каплей. Вот, все, мои фирменные маффины готовы. Алина снимает колпак и рассказывает, всегда мечтала стать кондитером. Мама и бабушка тоже всю жизнь работают поварами. Скоро девушка закончит торговый колледж, впереди выпускные экзамены. Кондитера я выбрала, потому что я очень люблю сладкое, я люблю процесс украшения тортов. Ну, мне доставляет это огромное удовольствие. Как и у всех, есть мечта открыть свое заведение, где будут фирменные десерты, фирменное все. И радовать людей тем, что я умею. Бобруйск – столица белорусских лакомств. Конфеты, мармелад и зефир от красного пищевика украшают прилавки магазинов по всему миру. Больше 250 наименований продукции. Сдобу и торты выпускает «Домочай». Вдоль главных городских магистралей работают уютные булочные и кондитерские. Медики не советуют увлекаться сладостями, но в меру можно. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Без пяти минут ровесник века. Ветерана Великой Отечественной блокадника Ленинграда с 95-летием поздравил председатель Бобруйского горосполкома Александр Студнев. Во время встречи присутствовал военный комиссар Бобруйского, Глузского и Кировского районов Алексей Березовский. В день рождения Аксентий Кузьмич получил медаль 75-летия Победы и памятные подарки. Спасибо нашим дедам и прадедам за эту победу. И главное сегодня наша задача – сохранить их здоровье, вниманием не обделить их. Работники учреждения культуры Беларуси затосковали по посетителям и подключились к необычному флешмобу. Сотрудники музеев, театров и библиотек, временно пустующих из-за коронавируса, публикуют в соцсетях фотографии с хэштегами «Скучающий флешмоб» и «Никто не». В пустом зале Янки Купалы сотрудники работают с научными материалами, за ними словно следит призрак поэта. Для гостей, которые вернутся, подготовили новый экспонат в духе времени – личный градусник Купалы. Тем временем в культурной жизни Бобруйска произошло сразу два значимых события. День рождения известного поэта и общественного деятеля Леонида Рубинштейна плюс выход в свет новой книги. Подробности в сюжете Марии Бушкевич. Леонид Рубинштейн про себя может рассказывать бесконечно. Ребенок войны знает, что такое голод, не понаслышке. Немцы оставляли для нас так называемые игрушки. Можно было найти красивую ручку, мячик. Но так когда возьмешь руки, это взрывалось, потому что это все было заминировано. И много-много моих друзей или остались калеками, или погибло вот все послевоенные годы. Во время Великой Отечественной от голода умерла сестра. Маленькому Лене чудом удалось выжить. В 44-м году они с семьей вернулись в разрушенный Бобруйск. Я был маленький, мне 6 лет было, и на меня возлагалась ответственность отоваривать хлебные карточки. Встаешь рано утром в 6 утра и магазин в очередь. Где-то в часов 11-12 приезжает будка с хлебом, и вот, наконец, эта буханка заветная хлеба у тебя в руках. Идешь домой, и так и хочется отщипнуть кусочек. Я знаю, что нельзя, но пальчики сами отщипывают. После войны была учеба в Ленинграде, молодой человек исколесил чуть ли не весь Советский Союз, после вернулся в родной город на Березине к пожилым родителям. Леонид Рубинштейн стал одним из создателей первой белорусской шины. Все гуляли в столовой, а в 12 ночи все приехали на пуск шины. Но у нас там в 12 не совсем получилось, потому что там были неисправности. Но к 3 часам ночи мы первую шину сделали. Завод крупногабаритных шин запустили на 3 года раньше срока. Коллектив наградили премией Совета министров СССР. Позже Рубинштейн станет заслуженным изобретателем Союза, получит 12 патентов на изобретение. Далее преподавал в техникуме. С тех пор ни дня без строчки. Ждал я, что папа вернется домой. Ждал я и летом. Зимой и весной, не в каждом военном, казался отец. Я верю, что встречу его наконец. Пишу я о том, что меня больше всего трогает. Ну,
Поэтому вот много стихов появилось о войне. Потому что то, что было пережито, забыть нельзя. За 19 лет издано 14 книг. Стихи, проза, еврейские анекдоты. Буквально на днях свет увидел новый сборник «Вечная память». Книга украшена иллюстрациями детской из-за студии «Радуга». Эта книга еще пахнет типографской краской. Выпущенная специально к 75-летию Победы, она станет подарком для 108 ветеранов нашего города и займет место на полках каждой библиотеки Бобруйска. Рубинштейн признается, он пишет каждую минуту. Рядом неизменная на протяжении 59 лет спутница, супруга Галина. Учит и дочь, трое внуков, трое правнуков. Их пара считает своим самым главным богатством. Мария Бушкевич, Максим Галионко. Итоги недели. На связи с рыбой, мясо в дефиците, все будет включено. И кому теперь нужны смартфоны? Мировой рынок гаджетов встал на колени. В условиях пандемии люди перестали покупать телефоны. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Кристине Арианс. В США остро стал вопрос недостатка свинины, говядины и курицы. Найти мясную продукцию на прилавках так же сложно, как и туалетную бумагу. Причина – временное закрытие перерабатывающих заводов по всей стране. Виной всему – коронавирус. Запасы замороженной продукции в Штатах сократились аж на 4%. Дональд Трамп подписал распоряжение о срочном запуске предприятий, которые относятся к, цитата, «критической инфраструктуре». Пока усилия тщетны, часть работников больны, заменить их неким. Дефицит уже привел к росту цен и ажиотажу. Турецкие гостиницы откажутся от системы All-Inclusive. Такими заголовками в начале недели пестрели все мировые СМИ. Спустя несколько дней глава Федерации ательеров страны опроверг эти сообщения. По словам чиновника, контракты с турагентствами никто разрывать не станет. Речь идет лишь о возможном отказе от шведских столов. Плюс к тому ужесточатся нормы, увеличит социальную дистанцию, изменит правила оказания услуг. Ожидаемое начало турсезона власти предусмотрительно перенесли на конец августа. Саудовская Аравия вычеркнула удары плетьми из списка форм наказания. Публичные порки теперь заменят штрафом или тюрьмой. Такое решение – продолжение реформ в сфере прав человека. Их проводит король Сальман. Строгость соблюдения религиозных норм была усилена в Эмиратах в начале 80-х. Освобождаться от принципов страна стала 15 лет назад. Короткие гудки. Мировые поставки смартфонов рухнули ниже плинтуса. В первом квартале рынок сократился сразу на 13%. Аналитики сочли цифру пророческой. Падение ниже 300 миллионов произошло впервые за последние 6 лет. В Китае, одном из важнейших регионов индустрии, поставки сократились на 27%. Королем прилавков остается Samsung. Компания по предварительным оценкам продала 59 миллионов аппаратов и заняла 20% рынка. Следом идет Huawei, у нее 49 миллионов смартфонов и 17% пирога. На третьей строчке Apple и 40 миллионов девайсов. Угри в японских океанариумах стали забывать, как выглядят люди. Всему виной карантин. Музей рыб в Токио закрыли с начала марта. Спустя месяц руководство высказало опасения. Когда пандемия закончится, есть риск, что обитатели испугаются и спрячутся. Это может спровоцировать отток посетителей. Всех неравнодушных японцев попросили позвонить по FaceTime на гаджеты, установленные напротив аквариума. Скрещу пальцы, чтобы сработало. У меня все. Спасибо, моя коллега Кристина Риан с обзором громких новостей из-за рубежа. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.